Данный ролик в озвучке вышел благодаря интернет-магазину steampay.com. steampay.com – это магазин ключей для Steam и Origin по лучшим ценам с гарантией на них. Проверено. Подробности на сайте по ссылке под видео. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Окей. Сосредоточься, Пьюди. Извини. Я просто... А, комната ват. Замечательно. Все-таки окна и вещи... И почему же я ненавижу тебя, блять, сильно? Окна и вещи, это так... Я обидел так много людей в этом видео. Нет ничего плохого в жирных, но оно выглядело так... Оно похоже, блять, на зефирку. Что это еще? Что это еще? Что это такое? Дайте мне дилдо! О, это же одно из тех дилдо для вечеринок. Я как-то слышал таких. Вы ее помещаете туда, а потом... А посмотрите, как светится, моя! А, это фонарик, что ж. На самом деле, вы легко можете их перепутать. Отправить сейчас. Окей, возможно, этого не делал, но это не важно. Ладно, нам надо наверх. Нет, нет, котят, курки ебутся. Это была переговорная, правильно? Черная страница. Я так и знал. У тебя явные дефекты речи и, возможно, опухоль мозга. Алло? Погодь. Скорая передает, к вам везут пациента. Срочно прооперируйте его на первом этаже. Окей, доктор Шербет вас услышал. Скоро буду там. Тупые, тупые. Мне нужно идти на первый этаж, несмотря на то, что я... О, нет, зачем? Мама? Когда ты приедешь меня навестить? Я не твоя мама, девочка. Ты не тот номер набрала. Хорошо. Я буду хорошей девочкой. Я не буду жаловаться на процедуру. Да, не смей, блядь, жаловаться на процедуру. Я буду ждать тебя. Я не приеду, не жди меня, сучка. Приедь поскорее, хорошо? Я сказал, я не приеду. Обещаешь? Я сказал, я не... Женщина никогда не слушает. Какой прекрасный офис. Я имею в виду, что она динозавр. Или он? Мне всегда было интересно, что это за хуйня Йоши? Может, она динозавр? О, я нашел телефон, сучка. Чё, как дела, бро? Меня зовут Пюпа! Если вам понравился этот монтаж, то, может быть, вы поставите лайк и добавите в избранное. Мне бы это очень помогло. Помимо финального монтажа, на канале есть целая куча отдельных видео, поэтому стоит подписаться на канал и стать частью бро-армии уже сегодня. Тебе страшно? А, это не страшно. А, чувак. Ну и после просмотра вы могли бы написать коммент, если вам очень захочется, и сказать о том, что вы об этом думаете. И как-то так. До встречи, бро. Перевод и озвучка виски. Не забудь добавить эту видео к себе, а также вступай в нашу группу PewDiePie ВКонтакте vk.com/club670-784-00 или по ссылке в описании к этому ролику. Ага.